Доброе утро, уважаемые петербуржцы! О погоде в Санкт-Петербурге прямо сейчас! Прелестное осеннее, ветренное, немного хмурое питерское утро. Но все по порядку. Начнем со стихов. Александр Тихонов. «Ждет снега нынче детвора, нужна ей зимняя забава, и целый день пора, пора, ворона каркает картава». Да, ворона каркает картава, а в Петербурге 4,5 градуса тепла. Днем температура воздуха в Петербурге составит 5-7 градусов тепла. Относительно тепло, если бы не юго-западный. Юго-западный сегодня неугомонный. Неугомонный только что, вот буквально несколько минут назад, просто повалил фонарь. Так, с такой силой дует сегодня ветер, а днем его скорость составит 6-9 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 80%. Атмосферное давление составляет 764 миллиметра ртутного столба. И днем будет слабо понижаться. Сегодня днем в Петербурге будет облачно. И возможен небольшой дождь. Дождь будет совсем небольшим, а вот облаков будет многовато. И ветер будет дуть на протяжении всего дня весьма ощутимо. Поэтому, конечно, одеться следует потеплее. Может быть, даже слегка укутать себя, чтобы защититься от сегодняшнего юго-западного. И все у вас будет просто великолепно. Самая жаркая погода в Петербурге в этот день плюс 9 градусов была в 1997 году. Ну, 9 градусов этим нас не удивишь, потому что сегодня днем будет в Петербурге 7. А самая холодная погода в Петербурге минус 12 градусов, это никуда не годится. И было это очень давно, в 1921 году. Солнце в Петербурге взойдет в 9 часов 55 минут, а спрячется за линию горизонта в 17 часов 31 минуту. И, конечно, совсем чуть-чуть в эти утренние часы о погоде в Ленинградской области. Сегодня во Всеволожске 4,6. В Подпорожье около нуля. В Приозерске 2,4. В Тихвине 1,3 градуса тепла. В Токсово 2,4 градуса тепла. И так же, как и в Петербурге, в области сегодня будет облачно. В области будет облачно. И возможен небольшой дождь. В Петербурге сейчас 4,5, днем 5-7, юго-западный, пронизывающий на протяжении всего дня. И в Петербурге будет днем облачно и, возможен, небольшой дождь. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Думайте только о хорошем и до завтра. Пока.